Смотрите, убивать можно где угодно. Для начала, для того, чтобы убивать, вы не должны слакать, вы не должны умирать. Поэтому так, давай сначала. Где ее убивать? На балконе. Ой, давай на балконе пробуем, если здесь говно такое. Никто нам не запрещает еще раз вайпнуться, только по другой тактике. Нет, все равно, где танчик. Мне как скажут танчик, так и будут танчить. Да. Не, ну если типа Войт выкупил, что она поворачивается, потому что типа текстура персонажа стоит за глыбой и не проходит урон по нему, и то она и тут будет дергаться. Ну давайте проверим. Будет проверим. Давай, или... давай. Сейчас сова перезапустит игру. Угу. Ну если говорят, что я на 30 секунд отойду. Значит, все убивают на балконе. Давайте пробуем на балконе раз. Я вот посмотрим. С токами 25, они вообще пиздец ставят. Вы бы тут на балконе да пиздец. Ставьте рыбу, едим. Сейчас все перезайдут, вернутся, поставлю. Давайте. Меткар, ой, блядь. Метки по цвету те же самые, ставьте. Да без разницы. Не без разницы, сейчас сова запутается. Не запутается, отбежите от нее и все, какие проблемы. На притяжке ставим одну метку в квадрат, одну в крестик. Все. Ты хочешь сразу так, чтобы она не дергалась, да? Сюда, наверное, еще нужно одну метку поставить, вот, слышишь? Вот сюда. Для квадрата. Вот куда ты желтый поставил, сюда выносят. Угу. Да, да, дальше не выносят, чем звезда. По поводу метр. Крестик и квадрат. Сюда мы ставим две метки, когда Синдер взлетает. Луна только для третьей фазы, когда мы выносим метку направо. То это будет Войт. Я плохо ориентируюсь, холи палом. Ничего страшного, Честер. Я один трай сделал и привык к этой стороне. А я вообще дальтоник. Что это за зеленый квадрат? Такая-то коричневая звездочка. Че там, какой-то крестик апельсиновый. А не слишком далеко луна? Ну, луна какая-то. Нормально. Ну, лапу дай. Тут, тут можешь ставить, тут ставить, тут ставить, без разницы. А главное не ставить ее, сейчас покажу куда. Вот мордой он в правую сторону будем танчить, да? Да. Вот хочешь, дальше, вот сюда уже нельзя выносить. Потому что будет. Да, вставайте прямо четко в столб света и все. Там вот чек и начинай. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсфолла унесут ваши души. В фрейме не стоит, напоминаю. Как-то меня откинул хвостом, так интересно. Я же с вами стоял, что за дела. Пай, Синдра. Притяжка будет. Еще раз про ДПС напомню, сильнее бейте, пожалуйста. Вкладывайтесь в первую фазе, бежали. Сакру не даю, выживайте сами. Бегаем до отрыбы. Метки. Крестик. Сова, давай в крестик или где ты там стоишь. Смотрим, да. Отлично. Бомба в центре. К нам они не будут падать, точно. Знаю, что на балкон они не падают. Поэтому очень большой плюс тактики балкона. Он за спиной метки не упадут. По левой стоп, все убрали, блядь, из таргета их, все, просто и ничего не делаем. Прячемся, далеко справа бомба. Не трогайте склеп, сейчас упадет, разбивайте, убиваем. Туннелем Синдру, времени стоит, я откинул, я даже во фрейм. Освобожденка висит, смотрим на ком, на хило, так и не стакаем.
Ты крылья, давай тоже дамаж посильнее. Ты же КД, я их отдаю по КД. Дыхание потом надо. Отбежали. Бежим до рыбы. Тотем бежим, уходим. Тони, в чем дело? Поднимай сова его. Верой, арбр. Чем быстрее, тем лучше. Вару, пару. Захил его. Дамаж. Блять. Пристабаф, лапу. Метки в крест, квадрат. Вару забаф эти лапы, пристабаф. Протокаст. Кидай или пьешь. Рота, каску, крест, поворот, ушли от меток. Робя, да хуя обморожение, будь осторожен. Справа без дот бьет. С атакой, прямыми заклинаниями. Бомба в центре, четко. По левой стоп. По правой стоп. Ждем последнюю бомбу, разбиваем потом склеп. Разбиваем. Молодцы. Район центру. Крылья, давай. Сколько? Освобожденка 3 секунды. Смотрим. Притяжка спустя 2-3 секунды. Это... Готовимся. 5 секунд до притяжки. 2. Притяжка. Бежали. О, блядь, что это? Срыв огром, да? Дыхание. Что за хуйня, не могу понять. Это как? Ну, боком что дыхнул или что, блядь? Нет. Я уебище это лесное. Во время. Когда мы притяжка была. Ну так, поживи еще 7 секунд, эти бабл дам. Диван точит. О, класс. Че, мульти на нас метки, да? У админи кинулось. Прикольно. Блять, 2 секунды не хватило, чтобы диван кидать. Ну. Роуми, почему ты сдох? Тоже интересует вопрос. Скорее всего, на притяжке. Первый сдох. Раз притяжка, второй раз дыхание каким-то боком. Чинитесь, если на боком дыхнул, короче. Чинитесь. Бывает такой баг. Блин, вообще... Я помню, да, у нас Халион боком дышал, блядь. Синдра тоже боком дышал. Она обернулась во время дыхания как раз на нас на рейд. С конец дыхания именно. Такой у нас притягивало, а потом обернулась, что ли, за секунду. Да. Да, бежим. Недоработка именно геймов, которые сингл делали. Это неправильно вообще. Бежай, ну, Честер. Встаем побыстрее. Почему вы трупами лежите? Вы что, починенные на 100%? Да, я не понимаю вас, поактивнее действуйте. Так можно. Рога, чё лежишь, скажи мне. Какие дела не отложены. Покинул тело, чинись, Рога. А не она так. Она так следит за тактикой сова, что. А есть у кого-то или нет? Так на первый повар телепортить. Чего есть, говоришь? Для ресурсов. У совы на бах заканчивается, 5 семян осталось. Ну, я бы исходил за семенами и еще за рыбой, на самом деле, купил бы. Траем до поселения, блядь, пока не убьем. Да? Ну да. Да, конечно. Убиваем. Ну, за ресурсами отпустите, сходите. Так, все тут. Ждем Честера, ждем сову. Такой техновай произошел. Следите за агро тоже. Если а что ты вроде не притягивала там, когда? А,
Войда никогда не притягивал там. А он притягивает. А он не доработанный Тересин Драгос. Такой был на X5, я помню, когда я еще играл. Давно-давно. Если есть рыба, ставьте, раздаем фулбафы. А ту рыбу ставлю последнюю. И потом давай. Потом, если что, я думаю, может перекур сделаю. Давайте да. Смотрим, короче, что бьем. Могу поставить гильдбанк, если кому нравится. Тахин можно. Рыба есть. Пристабав. Вижу, что-то не вижу на себе какого. Если кого-то, что кто-то купил семена и кинул в первую ячейку в банке, все, проблем нет. Да блин, еще семена неплохо было бы взять. Ой, не семена, какие длинные. Давайте тройдем, пока реги есть. Рыбу, ешьте рыбу, делаем трай. Потом будем уже с регами и на будущее. Если вы идете в рейд, будьте добры запастись регами на 2-3 часа. То есть у вас не должно быть 100 знаков королей, один рег на диван, блять, стак свечей, стак этих знаков для бафла. Да, я всегда ношу на паладинах по 1000 нахуй. У меня на паладине минимум 400 знаков королей и 20 регов. Видите пример. Я на паладине... Я извиняюсь, мы два стака семян мы сожрали, просто сова никогда так не вляпывалась. Рома, прохильте, дайте фул хопероги. Вы надеялись, что типа мы пройдем и всех убьем, да? Нет, абсолютно, просто никто... Вот, чекай. Не было такого ранее. Просто помнули флот вой чекай, если все готовы начинаем. Поехали. Всякий случай дал салют. Притяжка. Она не по таймингу идет чуть позже. Бежали крылья. Квадрат, крестик, метки. И я в крестик. Тут анонс типа бомбам я не вижу. Лево падает. Сова! Слева. Сова, забеги лево. Стоп по левой. Справа далеко. По правой, правой далеко. Разбили. Продолжаем играть. Еле. Освобожденка, сами смотрите, больше буду. Говорит, освобожденка. Да заебала эта освобожденка, третий раз на меня вешается. Короче, вот эти говорит, ну кому освобожденка мне это подвешивает, если честно. Притяжка 2 секунды. Да позже будет. Будет позже после дыхания, как анимация дыхания. Еще плюс 2 секунды. Вот вроде. Сейчас должно притягивать. Во. Подходим. Думаю, сак у нас теперь. Я зря на этом все бежали. Откачется. Вы сахару едете 4-4 дальнего воды? Метки, квадрат, крестик, смотрим на ком. Отходите назад. Честер, мастер. Разберитесь там кто куда. Это третья взлетка, да? Бомба справа, Рони красава. Сейчас он заеб. По левой стоп. Правый бич.
Устал уже человек, что не видишь. Уже втыкает. Ты прибавь в 5 часов и поймешь, сколько у него времени будет. Верно, как тебя. Откатит. Секунду. Бэйрон тебе только на притяжку скажу, когда. Просто поставь, когда будет этот самый. Откатится. 14 секунд. Да, еще. Подымем босс. До притяжки 10 секунд будем. Жди, жди. Отбежали. Твою хуйню, сова, даешь БР 2. Пару сразу приступ, баб, рот, каску. Зайка, ты когда бежишь, бей, пожалуйста, БР не лодки на босса. БР не роми, пожалуйста. Рот удал. Притяжка. Пока там вроде как раз добав, эти приступав, лапаем ему каску. Орхидея молоко. Орхидея, налево, налево, налево. Орхидея влево, в крест, молодец. Вот. Просто же, да? Не нужно никакие метки выставлять. Слева падает резко, быстро, быстро. Видели, куда бежит человек. Бежали в противоположное. Слева далеко. Он все видит. Слева близко. По правой стоп. Это третья взлетка сейчас была? Да. Да. Надо, чтобы четвертая. Еще одна бомба где-то справа в сцене. После того, как упадет, сразу сливаем склепер. Здесь. Есть мнение, что у нас четвертая перезарядка, 20% еще. Четвертая взлетка — это вайп. Опять пропал. Пацан на серое окно. Четвертая взлетка — это вайп. Ну. После притяжки рост и переводим. 40%. После вам надо убить сейчас 5%. Жаль. Роман Геру всекаем. Сегодня мы захиливаем плохо. Геру, Геру. Геру, не он. Давайте перевод 5% быстрее. Полумский. Видите, сколько у тебя. Переход так скинул. Блять. Как так? 1%. Крест квадрат. Короче, блять, это из-за вот этого падания вашего. Быстрее, быстрее. Да, кто там стоит? Ебаный рот. Согласен. Нам не хватило ДПС, потому что упал Роме. Вот вам слаг. Эй, я говорил вам, блять, не надо падать. Череп разбейте. Сразу можно ложить. Все, падайте. Падаем. На центр вышли, глыбы за диван, диван. Нет, погоди, диван, диван. Дайте совета. Чиниться сейчас пойдете. ДПС у вас уменьшается, когда вы не чинили. Роме, еще тратить будешь? Что, блядь? Будешь тратить еще, или ты там залип, залип совсем? Я там 3 часа ночи, я знаю. Будешь тратить. Давай так повнимательнее, ладно? Ты еще умирал, ну, блядь. Вообще ни в какие ворота. Чинитесь. Тела покидаем. Тела покидаем. Ему диван не дали. Бежим, чиним. Почему вы все покинули это? Да, чинимся, покидаем тела, кто не с дивана. Давайте перекур хотя бы минуту с дивана. У меня нервы, пиздец. Нет, какие нервы? При чем тут нервы? Какие нервы? Я сижу, я абсолютно спокоен. Ты не слышишь по голосу? Перекур, перекур. Просто чуть-чуть тут, устал, тут, на самом деле. Тут микрослаки вот эти все, плюс микробаги вот эти, оно все стакается и выплывает в тучу трафа такую. Если так, уёбни, то не то. Давайте перерыв. Вы пиздуйте, чаёк налейте. 22:15, чтобы все были здесь как штыки.
Идите там, отожмитесь пару раз там. А, стоп, давайте я тогда за рыбой я прилечу. Давай, да, берите рыбу там, кому что надо. Блин, я тоже, пожалуй, сейчас слетаю в Долоранку, при всех фласку, блядь. 11 минут мне не хватит. А, Ромня, ты, кстати, под какой банкой бил? Лимон, слышишь? А? Возьми мне СПД, я тебе верну голду. Ну все, 800 голд, там что, хоть на что она хватит? 50 стоит, мне парочку, больше не надо. Хорошо, хорошо. Мне точно нужно сапрот брать, или я могу взять эту кровь? У меня еще есть сапрот, я тебе могу дать. А, не, ну пока не надо сапрот. Я, может, дешевый найду на 50. Так, я нашел. Давайте, через 5 минут встречаемся. Стоп, а как я прилечу? У меня камень-то КД, прием. Инженерки у меня нету. Где в первую этаж, там есть портал Долоран. Так я уже камнем протонулся, Долоран. Если я сейчас на ауку куда-то пойду... А спину, которая к тебе при покачке, выкинул, что ли? Да, я его выкинул. Плащ. Ну, я там 15 зарядов есть. Я его использовал и выкинул. Я еще до сих пор не использовал. Еще 5 зарядов есть. Короче, не полечу я никуда, потому что мне очень долго ждать будете. Либо придется выходить суммонить. Да ничего страшного, мы сейчас, я буду возвращаться. Суммонете? Ну, давайте тогда я пойду сбегу на аук, время все равно пока есть. А зачем тебе на аук? Купить фласки. А, у нас Рога лопнулся, да? Так, да, возьмем. Если он лопнулся, сейчас Гуруч подойти, и Гуруч нас вытащит под АПС, он вроде вот сидит в Дискорде. Если Рога лопнулся, мы берем и нам ДПС работает. Я на балкон не пойду. Почему? В балконе класс. А потому что это там... дедовская тактика, я понимаю. Ну, дедовская, не дедовская. Нам за спину бомбы не падают на балконе. Это большой плюс, конечно. Чё не падает? Бомбы не падают на нас. То есть они падают в центре. Когда мы стоим на балконе... Не понимаю, за спину. А что, за спину смотреть тяжело. Плюс ты можешь еще бить, пока она взлетает. Да. Ну, хз, это дедовская тактика, ёпта, на циркуле так били, хрен знает, в каких годах. Тут просто, тут смотри, тут пытаются минимизировать возможные проблемы, которые могут возникать. Чё, смотри, ну, я на альтераке, я не знаю, если... пойду, если альтерак закончится. У нас ещё как бы есть 3 минуты, трай сделаем, если Бог не придёт. То мы дождемся сразу трака, потому что нам кого-то добирать и заново учить нахер. Еще тут смотри, какая проблема. Тут у нас первый трай у нас был самый удачный. Короче, мы ставим склеп. У нас босса. Тоже, кстати, так же было, когда и мы ходили добирать да. Трай. Самый она удачный, а потом... начинает. Она гулять начинает почему-то. Меня это бесит. Наполнит, значит. Нет, где носорога. Вот ты ставишь метку под босса. Такое впечатление, будто ее сорвали агро и водят обратно с ретаунта. Понял? То есть она ближе под... Мы сейчас вынесли склеп второй под лапу, она снова подшагнула к рейду. В итоге всех притянула и всех вайпнула. То есть смотри, сама подшагивает. Кстати, этот у нас, я помню, когда мы убивали, знаешь, как по какому принципу? Ее агрит, танк выходит агрить. Он сразу в бок от нее отходит. И вот оттуда агрит, то есть она сразу к нему лицом разворачивается. И там ставят метку. И принцип какой? То есть после последнего падения метеорита танк сразу прибегает на метку и уже ждет ее там. То есть, чтобы сразу лицом к себе повернуть, чтобы не двигать ее ровно с места, где она садится. Я никуда не понял уже. Он начинает танчить с правой стороны у нее. Да. Вот, он ее там таунтит, и она к нему сразу поворачивается лицом. Ее не надо ни водить, ничего, она сразу стоит как нужно на балконе. Пусть водит туда. Хуя что-то. В Дисе он есть, нет? Вроде нету. Я не знаю, вроде никого нет. Гурский, а сколько ты там набираешь, какой счет? А, блядь, 390 на 480 сосу. Сливаем, а ты проебал, сливай. Нет, так, блядь, мне ничего не снимут, потому что я проебал. Ну, короче, это самое, потерял веру в рейд.
не вовкнулся, короче. Что он давал по ДПС? 257. 6-7к. 5к давал, ёбаный. 5к у меня тяжело бить, я думаю, там, блядь, какой так. Тяжело вообще? Ребят, самое девочка так, плохо играет, комп слабый. Что? Там я что-то ее трогаем, что ли? Не, ну... Халява, это... Никого не трогаем, но рог обсуждаем. Смоните меня, пожалуйста, у целка, у меня камень. Выйдем, Симонян. Кто-то со мной. Короче, ты идешь? Да, уже прыгал в Долоран. А рыбу взял, лечу. Гурыч. Ты идешь? Ноль, туда играю. А, стоп, тормознул. Какой настойте купить? Называется как? Да, бесконечная ярость. Ну, ледяной есть. Бесконечная ярость. И сегодня за... сколько, блядь, четвертый месяц Сируса, блядь, первый раз альту не фуловую отыграл. Пошахренел. Такое бывает, блядь. Ой, я чё думал, что я за Орду играю? Почему ты купил у тебя две штучки, ты настой себе один? 100 голды стоит обычно настой, он так вроде легко фармится. Надо срочно качать мага с этой травой алхимии и, блядь, становиться. Ну что, Гуруч, ливаешь с альтерака или нет? Не, мне ж минусанет до херища, ты чё? А там минусует сразу минус 40, блядь. Хорошо, мы с ветером будем ждать. Ветером две хую. Сейчас есть другие предложения. Может, кого-то убивать будем? Мастер, тебе какую бутылку купить? Рома, я понял, какую. Тебе какую? Не слышал, если пожалуйста. Такую же на АПМ. Все, тогда по 10 штук. Да. Я передомаживаю, блядь. Я под освобожденка три раза простоял, блядь. Там одни. Вот, я не знаю, там слышно, не слышно. Гурский пришел, он сейчас на альте. Я предлагаю его добрать и... Во-первых, там ДПС, десятка, да понятно, что ебало, ему он просто гранет, ему дадут минус 40, а он ПВПшек. Ну и насрать, ебать, что минус 40. Причем мы должны одного 20 минут ждать или что, не понимаю. Не, так если вам есть кого добирать, так добирайте. Мне некого добирать. Тебя ждем одного. Ты не меня ждешь, ты Гурского ждешь. Ну, Гурского не умеет. Гурский!
Бля, изи 60 очков, а я ливнул, вы чё? Ребят, 50? Это как его... Роми, минусует рейтинг. Ну нахуя ты расскажешь человеку, который тут уже, блядь... Гурский. Дим, что говорил? Гурский, давай. Основную съемку, кто ловил там три раза подряд? Не знаю, про чё ты. Ну, говорили кто-то, на ком-то освобождёнка три раза подряд. Ну, на кого-то кидали. Да мне, на присте было. А, на присте он просто жаловался, что три раза было не домашнее. Собираешь сколько хочешь стаков, просто прожимаешь тучку в конце, и оно тебя не... А еще два раза, что я делать буду? Ну, а сколько у тебя тучка кдшится? Час? Блять. Ладно. Ну, чуть потом, меньше двух минут. Потом пообсуждаете это, Гурский, давай, Эльтрак, покинуть... БГ принять пальцы. Я с тобой поиграю, потом Гурский на БГ прям сплать с тобой будем рейлить завтра. Вообще не знаю, как вы со мной за этот лифт будете рассчитывать. Мне минус 3, блядь, минусанули за вас. Я тебе помогу его поднять, не переживай. Куда поможешь? Могу. R1. Идешь на фанпэй, покупаешь себе ретрика 260, идешь с ним арену, а только так, лимон. Не, 260 мало, надо первые каты и со званием гладиатор, чтобы тебя уже боялись, чтобы я там только вообще ничего не делал. Ребятки, давайте, пожалуйста, у Роми 4 часа утра, у меня 3. Давайте, шевелитесь в инст, пожалуйста, идите и убьем босса. Вы сманули. Ждите, я на ходу переодеваюсь, блин. По одной шмотке перекидываешь, да? Да, я чуть не настроил до сих пор себе ничего, блядь. Хрен его знает, как дебил, блядь, по одной шмотке одеваю. ПВПшер, да? Я так же, ебать, делаю. По одной шмотке кидаю себе. Да она меняется просто часто, блядь. Если бы поставить одну и все. А так она меняется часто, постоянно. Фигня. Так, я хоть все поменял. У нас еще десяточка ДПС, а сейчас надеюсь, у нас не будет 4 взлетки. Надеюсь, что будет 2. Нет. 3 будет, судя по... 3 будет? Ну посмотрим, может но, прокнет. Но 4-ю... Вы на балконе, да, бьете? Да, 4-ю нельзя допускать, ребята. 4-ю нельзя, да. То есть падать... А что, я могу мимо Синдры бежать, нет? Да. Да, можешь. Бля, никогда, я уже не бил, бля, не знаю, с 2000 хрен знает каких годов так не бил. Нормально. Легко за ханта, ничего не кидаю. Руки помнят. Даже меточки специально поставили. Это что за метки? А не обращай внимания. Это так. А, где-то вот тут ставится метка. Я не помню. Так, и рыба есть, ставьте рыбу. Раздаю как баф рыба, всем. Я так понимаю. Крест. Я сейчас поставлю вот тут. Да, правильно. Рыба, крест, там. Квадрат. Вторая фаза, звездочка, метка под лапу. Направо, в луну выносим направо. Все. Да, я понял. Бафаемся. Хант есть, 10к ДПС. Супер. На стойке где, этот, Саня? Даю, сейчас раздаю. Лапку дайте. Ой, давай, чекаешь. Я, в принципе, лапка, готов. Да. Мульти, окинь, обмен. А, трейд банки. Мульти, окинь, обмен. Да пока пусть у тебя будет, у меня есть пока. Окей. Не, не нахрен. Я потом заберу, ну давай. Бери сразу всего. А, блин, деньги нахрен. Ворит, тебя ждем. Хиливать там рейд на фул, поднимайте хп. Подожди секунду. Не пуляйте, не пуляйте, у меня опять забагался. Не вижу панели. Релогнуть. Давай. Ждем минуту, пока релогнуть Гурский. Какую минуту? Я быстро. Через Альтов 4, что ли? Я готов, не. Ага. Все, Войд, давай, чекай. Я там поздно. Рыбу поели? Да. Ну, стоп. Я не поел. 10 секунд. О, не вижу, на, се... поем, не вижу на себе кулака или креста. Паладина. Тормозите, стоп, сейчас я тоже 10 секунд поем. Честер, кулак, крест, там что-нибудь такое, да. Крест, кулак, нормально. Все. Да, чекай. Все готовы, все готов, начинай.
ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Он готовится. Притяжка сейчас. Отходим. Я неправильно бегу, точно. Метка, крест, квадрат. Прячемся, переиграем, бьем доту. Нам не метка, я крест. Отойди туда. Далеко, по чуть ли не по центру. А слева близко. Ориентируйтесь по черепу, кто тупой. А далеко очень в центр, очень далеко. Ну это шутка, никого не обижаю. Ну просто будет так и рыли. Так, справа, справа близко. Разбили. Разбили, да. Освобожден, время, то есть на двух хилах. Стакаемся, свободу, не стакаемся. Это нормально. Жаль. Ой, каплю дал тебе. Тебе подходи, не достаю. Ты слишком далеко убегаешь. Угу. У тебя есть походный облик. Походная форма, да, на 60% скорость передвижения увеличивает. На мне метка, я в крестик стою. Отойди от меня. Один хил, осторожно, не ловите бомбы. Смотрите, честер кто-то начистит. Давай, мастер, ты теперь говоришь. Справа близко. Стоп по левой. Посередине ровно. Посередине. Молодцы. Крылья отдаем. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Двести пятьдесят седьмая сова, 257 хран дает 8, сова дает 5800. Вы эти выводы. Внимание на проценты босса. Когда босс приземлится, 45. Рост дадим. Когда босс приземлится, рост дадим. Угу. Метки, крестик, квадрат. Честер, молоко. Лево череп. Прятаемся. Бомба по центру близко. Бомба. Где бомба? Справа. Как близко. Приземлиться, сразу рост, не забудьте. Ханта за хил, пожалуйста. Бомба далеко слева. Левая стоп.
правая, стоп. Берем бомбу. Разбиваем. Шаман. Герой. Метка под лапу идет в желтый луч. Метка направо, если скажут, идет в белый луч. Будет перетрик скиньте. 400 переходка. А не вторая фаза. Первую метку несем под лапу. В желтый толп. Да, милики отходят. Я метко поджег его под лапу Гурский, дал ему. Сразу сливаем метку. Сразу наряд будет разбирать. Я заберу тебя после этой склепа, после этого. Следующий тоже ставим под лапу. Не буду ставьте перетяж. Под лапу, сука. Тупые что ли? Видите, она отскакивает, ебаный ваш рот. Отошли от метки. Тяжко. Видите меня. Следующую метку. А, право. Лики, сливайте Роме. Большой. Что вы делаете? Вот что-то умер. Сливайте склеп. Вы есть БР? БР. Не надо ничего говорить. Ложимся. Вот, что там произошло у тебя. Значит, для всех, кто бил Синдру на балконе, еще раз объясню. Как я вам сказал, метки, когда вы ставите на одной линии центра босса, метка и рейд, она будет так дергаться. Это делается потому, что тактика на нее ставить одну метку слева, одну справа. И места мало на балконе, чтобы это все выполнять. Отлетел, потому что она хвостом, видать, откинула. Быстро повернулась, откинула. Ну, как-то фиг знает. Вроде успел бежать, но не притянуло. Давайте еще. ДПС сейчас хватает. Сейчас, я не знаю, хотите на балконе бить, но я предлагаю не на балконе бить. Здесь места мало. Мне тоже не очень нравится балконе, а от меток можно убежать, в принципе, это не смертельно. Предлагаю бить на лестнице, потому что здесь мало места вот для того, что Войт сказал. Она дергается, помогай, и там ее тупо удобнее им поставить. Помогай, сейчас убирайте метки. Сейчас поставим опять. Потому что первую метку не надо ставить в середине, а надо ставить слева. Какая разница, без разницы. Слева и справа метки поочередно ставятся, и все разбиваются. И близко очень ставить просто. Подожди, Войт, то есть ты хочешь сказать, что теперь нужно ставить метку не под лапой, а чуть левее центра или правее рейда? Сука, ну почему вы такие невменяемые, ёбаный по голове? Вот метка в рейде осталась сейчас, она не дёргается, правильно? Одна влево, и играют в эти метки РДД. Да все играют. Эти фулбаф. Милики тоже туда скидывать идут, тоже играют в метки. Играют. Рыба в центре. Ой, еще раз, можно для тупых? Почему Синдра двигается? Я не понял. Как нужно... Чтобы Синдра не двигалась, не должно быть напротив нее выставляться глыбы на второй фазе. Поэтому одна метка уносится влево, куда-нибудь сюда. Вторая метка напротив. Хорошо. Как еще тогда скидывать стаки Ридо, Хиламер? Еще раз для тупых объясняю, блядь. Слушай внимательно. Все в школе учились, надеюсь. Если на одной линии находится центр босса, потом глыба, потом рейд на одной линии, то босс будет дергаться. Это все, понятно. Все, я понял. Короче, ставим туда ближе к морде. Дергается он здесь, потому что он должен давать дебаф по рейду. Здесь специально так сделали админы. Поэтому одна глыба влево, одна вправо по очереди. И все разбиваются. За любой из них танки скидывают и весь рейд скидывает. Не ждет никакой команды, а скидывает. Короче, рейду нужно бегать. И самому бегать, и скидывать стаки. Значит,
все я понял. Вот эти. Не надо вопросов, блять, это все на форум. Все ближние вот эти метки, кружок, звезда стоят. Это куда глыбы на взлетке ставят. Сейчас еще две метки поставлю, туда будете носить метки на второй фазе. Зачем ее нужно носить право-лево, если можно в одну сторону туда всегда блин. Если не успеет залить. Если не успеет залить, да, можно в одну сторону носить. На случай, если остается. Ну, если будете успевать, то в ромбик только выносить. Все, больше тут ничего не надо. Бафы смотрите, чекнем путь. Проблема правой стороны, то что может хвостом, блядь, откинуть еще. Ну тогда слева ставьте, чтобы не откинуло. Блядь. Хвост босса будет далеко. Хвост босса сейчас покажу, где будет. Короче, вот. По ассисти сам туда на второй фазе я хочу посмотреть. Ну, я давай не знаю, что ты хочешь, чтобы я ассистил, у меня дискорд лагает. Блядь, мне чтобы вам что-то говорить, надо разворачивать окно дискорда. Вот где луна, там А у тебя, Войт, ты как держишь дискорд? В оконном режиме или на всю развернул? В оконном. Ну, разверни на весь. Большой. У меня тоже лагал, я начал на весь разворачивать, у меня лаги перестали. Так, ну, проверим. Если буду лагать, ргать, то вы мне скажете потом в конце. Да не будешь, я так же лагал, у меня что-то связь пропадала. И сейчас даже если сделаю оконный, буду лагать. Ну, вот сейчас сделал полный. Ну, надеюсь, это панацея. Чек на путь. Давай. А можно еще раз по меткам? А ромбик, трусы, это куда выносить? Вторая фаза? Вторая сейчас, фаза, да, Войт? Сейчас поставлю активацию голосом, тихо. Давай. Да, нормально. Да. Кстати. На второй фазе приоритет в ромбик, правильно? Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут вас в уши! Трепещите, смертные! Хорошо, пока слышно. Магия! Теперь бессильна! Угу. Давайте первую фазу. А на второй сам будешь. Притяжка 2 секунды. И дыхание подтянет. Отлично слышно, давай, Роль.
приказали притяжку. Все нормально. Как тупо. Хитка. Слава, что ты там делаешь рядом с меткой? Указали отойти от метки. После бомбы. Убивать треугольник. Смотреть. Прячься. Больше к меткам. Той, там, где рейд, пока метки не заморозились. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Покил танк. Каплю заряд. Отбегаем. Взлетка 10 секунд. Вот ты. Давай, левее. Стоп, по правой. У вас не здесь. Сова правее, сова правее. Раздеваем. Так, нормально. Ну что вы там, как целка проходит? Геру. Геру. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Бомбик. Даю, даю. Ой, там. Честно. Трепещите, смертные, ибо ваш.
ты, блядь, три раза подряд на кила кинулась, вообще ебануться? На меня тоже три раза подряд, блядь. Сука, через страйк кидается, заебала она меня, блядь. Нет, да ничего страшного нет в этой метке. 6 стаков, блин, меньше половины хп у меня снимает, без проблем хилить хилом. У тебя да. Я посмотрю, когда ты зайдешь, блядь, на тряпку и постричь. На тряпке, да, все, не больше 6, понятное дело. Все нормально. Доброй охоты. Береги себя. Центр фрейма. Фрейм красный кружок под боссом. Да. Согласен. Рейд не овергирный, поэтому стаки надо скидывать за каждой глыбой. Если вы не скинули стаки, вы труп. Бафаем рейд. Да, бафаем рейд. Я готов. Рыбу поешьте, кто не поел. Полумесяц на шамане, он не должен скидываться. Честно, не печатай время боя. Вообще ничего. Когда? Кто каски дает? Дайте по ханту, не? Молоко, каска не по ханту. Пари, бля. Молоко. Каски. Варом ханта. Бля, МП5 его. Ну, можешь каску дать вместо МП5. Владимир, ну чё баш? Как набегу и в бою. До свидания, шаман. Мне все, ебать, все пизду, ебать, реально. Никто не уцелеет. Меточки. Я сам. Шаман, иди, шаман. Я же сказал, иди, шаман. Там это ман, я, шаман. Это я не успел бежать. После ставки не успел. Минус орхидея, можно ложить. Не, все, короче, ребят, давайте, может, завтра поставим. Бля, я такое же мнение.